В эфире «Русские волны». Продолжаем программу. На минувшей неделе у нас в Торонто прошел праздник русского искусства «Красота рождает позитив». Организаторы компании The Association of Russian Craft Art Fashion основала компанию дизайнер Рина Грин. В просторном холле Richmond Hill Center for the Performing Arts расположилась выставка дизайнеров, художников, фотографов. Все они члены ассоциации, задача которой – поддержка молодых и начинающих талантов. Как известно, таланту надо помогать, бездарности пробьются сами. В концерте, который последовал после вернисажа, принимали участие как молодые исполнители, так и известные музыканты и вокалисты. Далекий